Цифровой октагон в Махачкале завершился региональный чемпионат по программированию для молодых IT-разработчиков. 36 команд и 4 номинации. Участникам хакатона предстояло разработать прототип IT-продукта. Он должен был стать решением проблем, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Победителей выбрать строгому жюри было крайне сложно, ведь команды подготовились основательно. Кого в итоге признали самым талантливым IT-разработчиком, выяснил Мухаммад Амаров. Чемпионат по программированию «Цифровой октагон» завершился. Лучшие программисты получили кубки и денежные призы. Занявшие первое место по 4 номинациям получили сертификаты на 70 тысяч рублей. Это результат 30 часов кропотливой работы. Команды презентовали разработанные ими прототипы IT-продукта. Они направлены на решение конкретной проблемы. Касаются они сферы туризма, медицины, культуры и ЖКХ. В частности, команда Магомеда Абдуллаева разрабатывала программу для махачкалинцев. Это онлайн-голосование жителей столицы на определение наиболее важных проблем города. Мы хотим помочь администрации города Махачкалы наладить контакт с жителями нашего города. То есть решить проблемы взаимодействия людей и власти. Посмотреть на презентацию новых проектов пришли студенты, преподаватели и специалисты IT-компаний. Эксперты отметили, команды сумели в течение суток разработать перспективные проекты. Там очень много интересных даже идей, которые можно в результате потом доработать и привести уже до идеала. Ребята хорошо подготовлены. До финала дошли почти все участники. Поэтому жюри было тяжело выделить лучших. От номинаций мы отталкивались в критериях. И каждая номинация отдельно оценивалась. То есть мы выяснили, кто у нас в плане практики лучший, кто у нас в плане юзабилити, кто по презентации лучше всех выступил. Жюри «Цифрового октагона» все как один отмечали. Они уверены, в скором времени Дагестан прославят не только наши спортсмены, но и участники хакатона, молодые и талантливые IT-специалисты. Мухаммад Амаров, Махарбек Амариев, Президент Курбанова, Юсуп Гази Амаров. Время новостей.